Шел утром на работу. Постановили военные. Попросили зайти в военкомат. Я с ним поехал. Там и остался. Вручили сразу повестку и вечером отправили. Подготовка проходила слабо. Были на позиции. Были окружены. И заканчивались боеприпасы и питьевая вода. Еще было 4 человека раненых. Решили выходить. Мы попали в засаду. Я тянул раненого. Взрывом, рядом взрыв был, осколком разбило мне локоть. И увидел ваших, русских. Я сложил оружие, поколол и встал на колени, как они говорили, и сдался. Посмотрели меня, обработали мне рану, и все. Питания не было, эвакуации тоже не было. Оружие как бы оно есть, но на передовых его нету. Техника та же самая. Она есть, кажется, приезжает из Европы, а где мы, ее нету. Так же самое. Нас кинули на передок, ни поддержки, и факт уже я в плену. Уставшие люди. Уставшие. Солдаты уставшие. Как пушечному мясу. Не ценили и отправляли на убой, получается.